хрональное поле Земли, время, проявляется в виде циклов природы Земли, которые связаны с солнечным излучением. Привычные часы ведут отсчет периодов в условных единицах, секундах, минутах, часах, сутках, неделях. Такие отсчеты помогают следить за происходящими событиями, но не имеют прямого отношения к энергетическим процессам времени. Ученые сделали открытие, что в пространстве имеется хрональное поле, формируемое особым газом из элементарных частиц космоса. Советский астроном Николай Козырев считал, что время излучается звездами, имеет определенное направление и векторы хрональных потоков. Время воздействует на наш мир и является дополнительным источником энергии, не дающим наступить тепловой смерти Вселенной и обеспечивающим наблюдаемую равновесную гармонию пространства. Солнце непрерывно посылает на Землю целый комплекс хрональных сеток дифракционного типа, поэтому поле времени колышется синусоидальными волнами. И события, начинающиеся на подъеме волны, обречены на успех, а на спаде волны – на поражение. Каждый человек обладает собственным хрональным полем. Энергетика поля времени определяет все главные свойства личности в стрессовых и опасных ситуациях. Хрональное время может замедляться до полной остановки на несколько долей секунды. В смертельных ситуациях человека может спасать хрональное поле, действующее как невидимая броня, а сам человек может обладать аномальной силой для того, чтобы спасти себя или других. Альберт Эйнштейн утверждал, что время принадлежит к четвертому измерению и многомерным полям космоса. Хрональные потоки формируют многомерную высшую реальность, а затем уже физическую действительность. При переходе в другие временные слои хрональный газ становится видимым. Неоднократно были случаи наблюдения особых условий белого густого тумана в этой среде. Объекты и явления трехмерного мира исчезали или трансформировались. Ученый Вейник в экспериментах с электронными часами получал разные данные, связанные с ускорением времени и его замедлением. Если время сжимается, то и увеличивает свою плотность. В этом случае давление времени на биополе человека очень велико. Это проявляется чувством необъяснимого дискомфорта, апатии, депрессии. Другой человек обладает способностью менять плотность своей хронооболочки, поэтому индивидуальное временное поле человека может обладать повышенной текучестью. Такой человек энергичный, он много успевает сделать дел в каждый день жизни, в короткие сроки реализует все задуманные идеи и планы. Все люди воспринимают ход времени по-разному. Кому-то его не хватает, а у кого-то оно в избытке. Солнечная система в середине 20 века вошла в невероятно мощный поток скалярных энергий и информации, текущий из центрального ядра галактики. Плотность пространства повышается. Если время неотделимо от пространства, то и с хроносферой происходит торсионный эффект сингулярного сжатия. Время стало сокращаться. В настоящее время существует предположение, что по сравнению с тем, что было 100 и более лет назад, нынешние сутки стали короче. По реальному атомному эталону природного времени современные сутки длятся всего 18 часов,
вместо прежних 24 часов. Именно поэтому люди стали замечать, что им не хватает времени. Дни летят в ускоренном режиме. Все эти метаморфозы со временем – явное указание на то, что мы вступаем в последние времена, и до конца эпохи ночи Сварога остались считанные годы. В определенный день и час наступит коллапс хронального поля, а значит каузального уровня причин и следствий. События остановятся в результате тяжелейшей кармы человечества. Сингулярная граница перехода в вакууме между измерениями. За этой гранью новая хрональная реальность.